После нескольких недель обсуждения родственники звезды утвердили эскиз памятника для могилы музыканта. Скульптор изобразил певца в полный рост с прижатым к груди микрофоном. Однако такой вариант не всем пришелся по душе. Преданные фанаты артиста нашли изъян в эскизе, который публикует аргументы и факты. Все по минимуму, сдержанно, как нравилось Юре. Извините, но Юра всегда стоял прямо и не спустив плечо, и на лицо не похож. Не держал Юра микрофон так. Смотрю, и как будто Юра на сцене стоит. Разделились мнения поклонников.